Привет, меня зовут Игорь, и я вам расскажу про электронный обучающий плакат «На полянке». С помощью этого плаката ваш ребенок научится всяким образом животных, узнает, как их называют, и научится всяким цифрам. Включим плакат. Здесь есть несколько видов игр. Например, первое – это где мы показываем цифры. Вторая игра. Нужно посчитать какое-то количество зверей, изображенных на полянке. Плакат говорит, какой, например, рыбок, и нажать эту клавишу. Рыбки 3. Отлично. Дальше. А сколько? Нажимаем на сколько? Режим «Знакомимся». Мы нажимаем на какой-то персонаж изображенный, и он говорит, кто это. Медвежонок. И четвертый режим. Это когда плакат задает какую-то загадку про животное, и надо определить, кто это животное. В данном случае это лисичка. Лисичка. Правильно. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.